Привет, друзья! Вы смотрите канал «Около Музона». Сегодня я вам покажу очередной работы гитариста в кавер-группе, в боди-дэнс моей кавер-группе, да? Вот, сегодня мы выступаем в Москва-Сити просто, поэтому хотел вам показать вот такое вот как бы выступление. Вот эти башенки стоят вдалеке, такие возвышаются, так сказать, как силуэты. Прикольно выглядят. Выступать будем вот в этой желтой башне сегодня, которая такая золотого цвета. Да, она самая такая яркая, то есть она выделяется, прям эта желтая башня. Вот в ней будем играть. В этой желтой башне мы сегодня будем выступать, ребята. Вот так это выглядит. Так, сейчас. Ага. Вот. Вот еще всякие башенки. И рядом, чтобы вы видели, вот такие дома. Да, вот такой контраст, ребята, в России. Да, вот такие вот дома с какими-то окнами разбитыми. Вот видите, и просто рядом нереальная типа Москва-Сити. Вот так вот и живем. Вам, ребята, вот такие вот машины на парковочке. Просто Lamborghini электрическая заряжается. Вот это я вообще не понял, что это. Давайте посмотрим. Какой-то ретро, непонятно что. Ну, прикольная. Вот парковочка Москва-Сити. Там еще был футуристичный Порш. Ну, тут вообще такие машинки можно посмотреть, прикольные. Ребята, зацените Порш какой. Я специально снимаю чуть пониже, чтобы номера не было видно. Просто вот такие вот штуки. Вот такой мотоцикл. Не знаю, что это. В общем, прикольно выглядит. Хожу сейчас в лифте, короче, еду на 40-й этаж, в общем, каждый лифт, он едет на один этаж, то есть ты прям вводишь на экранчике, надо было тоже, может, заснять, вот, этаж, и просто едешь, вот, написано, вот там, видите, наверху, что, типа, 40-й этаж, 25-й, 26-й, что-то такое, уши закладывает, блин, конечно, куча проверок всяких. Так, вид из ресторана, в котором мы выступаем, вот такой вот. Это прям сзади сцены. Вот барабанщики. Все, пока настраиваем. Вот такая сцена. Зацените, сколько света. Просто весь потолок в световых приборах. Просто весь. Вот по всему залу световые приборы. Колоночки, сабы висят наверху. Ну, внизу стоят и наверху два саба. И вот внизу сабы. То есть, капец, вот такая вот сценка. Так, и сейчас вам покажу еще вид с этой стороны. Тоже прикольный. Вид на Москву. Так, тоже какие-то там здания. Вот. У меня вообще не работает ничего. Вот это кривое здание. У меня сеть не грузится. Внизу какие-то, что это, часы или что это? Часы, да, получается. Только не пойму, они работают, не работают, что это такое. Вот. Где приходят, кстати, эти каналы? Я подключиться не могу. Переход, набережная. О, смотри на меня, что. 1%. Красота. 3-4, еле-еле. Хочу показать вам нашу рековую стойку нашу. То есть у нас сегодня бэклайн, только наш фронтлайн местный. И вот мы приезжаем вот с таким. То есть внизу радиосистемы мои и басиста. Вот, дальше идут две шурские радиосистемы. Это вокалиста, ушной мониторинг. Потом идет... Еще какая-то радиосистема. Синхайзер, Диман, это что такое за радиосистема? Для чего? А, это для баяна, наверное, да, Синхайзер? Так, Синхайзер это баян. Вот новый микшер цифровой Behringer. В общем, вот такая вот стоечка рековая. Ребята, вот наша заставочка, как выглядит. И вообще, вот как выглядит тихая сцена, так называемая. То есть на сцене нету ни комбо-усилителей, ничего. То есть мы тут еще немного раздвинули. Вот. Ну, собственно, просто вот мой педалборд, гитара, и у меня ушные мониторы. И гитара с радиосистемой. Вот, на сцене звучат только барабаны, потому что их нельзя заглушить. А если электронные барабаны были бы, вообще ничего не было бы. Вот тоже процессор басиста. Как бы и все. Бас здесь стоит. Вот, в общем, барабанщик. Помаши рукой, Игорь. Здорово, ребята! Давненько не было таких видео. Я еще прошлые не домонтировал. Снимаю уже новые, пофигу. Вот. Вот такой зал.
еще раз. А я уже показывал вид из окна. И вот такая крутая надпись, которая на экране нашей группы. Так, ребята, вот она, гримерочка сегодняшняя. Смотрите, значит, это как настоящая гримерка. И тут даже можно, ну вот он, столик наш. Тут можно даже помыть голову. Смотрите, вот такая вот штуковина. Сейчас Сереге голову мыть. Серега ест шашлык недожаренный, да? Да. Это потому что так модно. Не, потому что Серега крестьянин, просто не понимает, что такое прожарка мяса, как бы. Привык просто подошву есть, да, Серега? Да. С кровью. Так, где он? Вот это вкусно. Это вкусно. Это нормально. Это не пробовал. Это вкусно. Это тоже вкусно. В общем, все надо. Все ништяк.